Дарья, начну с довольно-таки банального вопроса, почему вы сегодня здесь? Банально отвечу, хочу, как говорится, сделать лучше нашу планету. Шутка. Понятно, что все мы хотим делать качественные, хорошие продукты, которые приносят пользу потребителю, но совершенно не шутка в том, что по статистике растет количество заболеваний онкологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, остеопороза, таких проблем, как диабет. И в последнее время все исследования, которые проводятся на эту тему, они говорят о том, что на 80% наше здоровье зависит от того, что мы едим. От той воды, которую мы пьем, и от той пищи, которую мы едим. И те дефициты, которые в питании у нас на сегодняшний день присутствуют, по магнию, йоду, кальцию, они приводят к тяжелым заболеваниям. И наша компания подходит к производству продуктов питания с научной точки зрения. Наша задача – устранять вот эти дефициты питания человека самым простым способом. Ведь они не накапливаются и внутри не вырабатываются организмом. И для того, чтобы человек был в балансе, ему нужно их получать ежедневно с пищей. И мы хотим делать очень простые продукты ежедневного употребления, которые будут натурально обогащены с помощью добавления наших полидисперсных порошков, которые мы производим, из овощей, фруктов, ягод, грибов. И таким образом человек, съедая обычные там сушку, например, да, или батончик, он будет получать необходимое количество витаминов и минералов, которые приводят в баланс его питания и устраняют вот эти все дефициты. Наша компания на сегодняшний день заканчивает, скажем, оборудование завода по производству батончиков, которые будут натурально обогащены полидисперсными порошками, которые мы же рядом на соседнем заводе фактически производим. Там рядом с местом произрастания сырья. И особенность в том, что эта уникальная система была разработана и запатентована нашей компанией. И эта термолабильная сушка, она позволяет за счет того, что температура менее 40 градусов, сохранять все витамины и минералы, которые есть в овощах и фруктах. Это самый, ну, такой надежный источник клетчатки, витаминов, минералов, полиненасыщенных жирных кислот, органических кислот. И тем самым мы сохраняем, как способ консервации овощей и фруктов, да, только мы убираем из них влагу, и таким образом продукт становится концентрированным. У нас есть возможность выпускать эти продукты, делать их кусочками, можем делать их в форме порошка от 50 до 100 микрон, измельчая, и добавлять эти порошки полидисперсные в любые продукты питания практически. Там это могут быть либо булочные изделия, молочные продукты, это могут быть там фармацевтические какие-то продукты. Большой широкий спектр. И вот мы сами начали с того, что поставили линию на заводе детского питания в Белоруссии, где очень высокие стандарты требования к качеству и безопасности, где законодательно запрещено использование ГМО. Поэтому мы выбрали площадку в Белоруссии. Ну и также это рядом с местом произрастания источника сырья. Дарья, а также скажите, какая у вас цель и задача на эту выставку? На выставку Petr Food у нас задача познакомить наших партнеров, потенциальных партнеров. На World Food. Пригласить на выставку Petr Food, где мы будем участниками стенда, совместного стенда Retail.ru. Мы привезем образцы продукции, которые уже будут к этому моменту готовы. Мы будем готовы рассказать поподробнее, дать попробовать и готовы, открыты к сотрудничеству с партнерами, готовы производить в рамках нашей концепции натурального полезного питания продукцию для тех, кто в этом заинтересован. В каких датах пройдет ваша выставка? Дата под вопросом, ребят. Конец октября, 20 числа октября. 20 числа октября. В общем, ждем анонса. Я думаю, на Retail.ru он точно будет.